Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас морской пейзаж, наша задача. Очень интересная техника, современная техника с использованием мастихина. Ну, и работа красивая, и мастихин красивый. То есть все это можно будет опробовать, прочувствовать работу мастихином в морском виде. Итак, у меня сейчас стоит вот акриловые белила, называются, для радиаторов. Они обычно качественные. Эти белила чуть подороже. Там есть еще дешевые в магазинах, в строительных магазинах. Те, которые подороже, получше. По сравнению с акрилом, который продается для художников, в 10 раз дешевле. А суть та же. Есть вот такие, там же в строительных магазинах, называется колер. То есть его добавляют в стены эти, чтобы стены красить. Я взял синий и взял черный для того, чтобы затонировать холстик. Итак, чуть смочу в воде кисть. Подобрал акрил. Этот акрил сродни акрилу, который у нас в качестве грунта на холсте. Поэтому все очень уместно. Синий-черный. По тонированному будет легче писать. Краска акриловая высохнет через 10 минут. Ну, цветик примерно из колорита картины. Может быть, даже еще подтемнее. Вот у меня немножко синий, немножко черный. И кисть тоже строительная, из строительного магазина. Так, даю подсохнуть и начнем. Тройником смачиваю холст. Вытираю излишек вещества тряпкой. Так, и начинаю набирать белила, голубая ФЦ, от того, что чернявый, да, цвет, смотрите, как нарядно, вот на белом она так нарядно не была бы, как нарядно ложится голубая ФЦ. Просто удовольствие. К этой голубой ФЦ мы чуть-чуть добавим
розовый. Чуть-чуть охры. И ее сверхнарядность таким образом погасим. То есть такое будет небо будет мглистым. Так, берем голубую ФЦ с розовой потемнее. Формат маленький. И, кстати, формат 20 на 50. Возьму меньшую кисть. Море вдали, голубая ФЦ плюс розовая, линия горизонта выше середины. Кто не справляется с ровностью линии горизонта, что бывает очень часто, возьмите малярный скотч. На одинаковых расстояниях уложите и отчеркните, прямо приклейте на краску, туда вот загните и отчеркните. Но рекомендую сначала найти на формате нужную высоту, чтобы визуально уже ее увидеть, а потом уже вы здесь все набрали, потом взяли, приложили туда, застегнули этот малярный скотч и отчеркнули. Но когда отчеркнули, потом нужно будет еще вдоль линии пройтись, чтобы линия перестала быть очень жесткой, чтобы море как бы чуть вплавлялось в среду неба. На передний план выходит краснота, коричневизна. И охрочка. Напоминаю, что охра у меня охра желтая. Вот такая грязненькая среда поколебленного дна, который растворен в воде. И нас это все устраивает. Где-то больше розового, где-то больше коричневого. Сверху на этот цвет ляжет цвет пены. Поэтому не удивляйтесь, что мы начали с коричневого, а там больше синего. Пена ляжет сверху. Так, здесь в центрике подотру для того, чтобы загнать более нарядный цвет. Охра розовая. Перемалываю
цвет моря. В самой середине этого пенного куска больше желтит. И дальше белится. Ниже середины проходит граница белой. Белого гребня. Освещенного гребня волны ниже середины на формате. Вытираю кисть и как бы сейчас немножко собираю краску с холста. Красный с охрой. А здесь плюс розовый. И уже вот эту прозрачную воду перекрывает, прозрачную аж рыжую воду перекрывает пена. То есть так же, как и здесь, на коричневый сверху ляжет. Камень не только под воду уходит и немножко виден, но и отбрасывает тень. Вот сюда. Вот сюда. А теперь подрезаем дно. Этих камней подрезаем. И появляется идея света из-под теневой. Принесешь? Чуть-чуть макушки как бы светятся, потому что свет пронзает этот дым воды, этот вот, и немножко по макушкам со стороны света есть эта красниночка. Мы ее еще будем уточнять по сухому, но все, что можно сейчас сделать, постараемся и сейчас.
ступенчатый характер ухода вот этих камней, их оснований. Можно с охрочкой чуть-чуть. Здесь вода несколько зеленит. Ну и синит, поскольку пена. Вода несколько зеленит, пена синит. Всплеск. У этого камня. Мастихин оставил густой мазок, и это уместно, потому что светлые партии любят густую краску. Опять синечка. Опять зеленочка. Коричневинка, которая еще от первого захода осталась. Я, наверное, не все камни перечислю, чтобы потенциальному зрителю было комфортнее представлять себе вход в эту воду. Так, теперь охра с кадмием. Рыженький свет упал на пену. Видите, мастихин все-таки особенные мазочки укладывает. Особенные и по-особенному. Звонче.
И у меня тогда всплеск будет вот здесь, а не вот у этого камня, чтобы не перезасорить камнями эту площадку. Сдавливаю с края, ребром иду по поверхности, ребром, то есть под уклон, и сдавливаю с края. Опять же, идея провисающих элементов, провисающих. Красненькие ножки и клювичек. Ну, она прямо сейчас вот готова клюнуть рыбку. Ну, мне кажется, много интересных моментов, которые вам стоит освоить. Этот размерчик маленький, по-моему, это 30 на 50. Смело можете взять вот такой формат. Ну, скажем, 60 на 40, 65 на 40. В общем, побольше. Но я как-то так миниатюрненько так ее. Запросто. Эту работу можно любого размера делать. Потому что мастихиновые и крупные наштриховочки, мастихиновые укладки будут уместны на любом большом размере. Все. Тренируемся.